Рембат-2016 стал для мечей настоящим подарком к 300-летию города. Целое шоу устроили военные на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института. Исполины танковой промышленности распахнули свои люки и принимали гостей еще задолго до начала мероприятия. К армаде 40-тонных присоединились и раритетные экземпляры военной эпохи. Полигон оживился, и на 4000-й трибуне не осталось места. Программа открытия насыщенная. Асы легкомоторных самолетов притягивали взгляды. Лучшие парашютисты страны демонстрировали мастерство, игриво приземляясь прямо перед зрителями. Здесь все готово для проведения международного конкурса. Гости из Казахстана и Китая составили конкуренцию российским военнослужащим. В ходе самого конкурса и подготовки к нему мы повышаем свое мастерство, наблюдаем, как в вооруженных силах других государств готовятся аналогичные специалисты, уровень их подготовки, и наблюдаем за техническими возможностями наших коллег. Соревнуются ремонтники. Отбор серьезный. Задача на конкурсе быстрее остальных команд пройти дистанцию и безошибочно справиться с заданиями. Их готовят по-гагарински, в них верят. Позвонил маме, она сказала, что у меня все получится, и я уверен, что у меня сегодня все получится. И как в том анекдоте, как-то Китай, Казахстан и Россия на танкодроме соревноваться стали. Да только места для шуток не остается, когда эти парни на деле себя показывают. Условия максимально приближены к боевым. Танковая трасса почти непреодолима для колесной техники, и сориентируется в такой болтанке не каждый. Испытания прошли не все команды. У нас там технические неполадки вышли по машине. При спуске колеса должен быть трос. Этот трос порвался. Вся гонка проходит между такими автомобилями весом в 20 тонн. Это машины технического обслуживания. С их помощью ставят на ход поврежденную технику. Сложно представить, но в этом фургончике, именуемом «Кунг», есть все инструменты для изготовления и ремонта деталей автомобиля. На протяжении всей трассы здесь находилась часть экипажа нашей сборной. Без кондиционера и ремней безопасности. Ежегодный конкурс «Рембат-2016» принес еще одну победу нашей сборной. Слаженность команды «Омская земля» и напутствие мамы помогли водрузить на стрелу российских ремонтников флаг победителя.